хорошо и добрый вечер. Сегодня для вас играют замечательные музыканты. Я хочу их представить. Итак, Петр Толовой, ударный. Владимир Чернецин, контрабас. И я, Ольга Глебец, район, вокал. Сейчас прозвучала моя авторская композиция, которая называется «Splash». А следующая вещь, которую мы вам хотим исполнить, называется «Sometimes I'm Happy». Это очень известный жанровый стандарт.
sometimes I'm moved. My disposition depends on you. If I can find the sun in your eyes, sometimes I love you, sometimes I'm hurt you. I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy that I need you. Спасибо большое. Следующая композиция, моя авторская, называется она «Spirits».
это была авторская моя композиция, которая называлась «Spirits». А сейчас прозвучит всем известный джазовый стандарт, который называется «Green Dolphin Street».
lonely day. Love came, waiting to stay. Спасибо большое. Следующая композиция тоже очень известная. Антонио Карлос Жобин написал ее. Называется она «Корковада». Но мы ее исполним немного в необычном составе, то есть дуэтом. Я буду петь, а Володя Черницын будет играть на контрабасе. Thank you.
its dice. Quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet works and quiet dreams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I was lost and lonely, believing life was only a bitter tragedy. Thank you.
Спасибо большое. Ну, на этом первое отделение нашего концерта окончено. Сейчас будет небольшой перерыв, мы продолжим. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. И начнем мы ее с моей авторской композиции, которая называется «Traffic Lights».
спасибо. Это была моя авторская композиция, которая называлась Traffic Lights. Следующая композиция Blue and Green, которая написалась Miles Davis. Green with a
Большое. Сейчас, я думаю, самое время исполнить для вас блюз The King, который называется Rock Me Baby. Run.
следующая композиция, она моя авторская, называется «Wind River Play», что означает «Ветер над равниной». Thank you.
Спасибо большое. Я думаю, что программа нашего концерта подошла к концу. Итак, для вас сегодня играли Петр Талалай, ударный. Владимир Чайницын, контрабас. Я Ольга Бребец. Спасибо вам большое.